На прививку от коронавирусной инфекции Антонина Ивченкова решилась сразу после того, как узнала, что в России появилась вакцина. До этого женщина регулярно прививалась против сезонного гриппа, всегда без осложнений. Сегодня Антонина Петровна сделала первый компонент вакцины «Гамковидвак». Пациентка Тольяттинской поликлиники говорит, что чувствует себя хорошо и призывает жителей региона не бояться процедуры. Нет, у меня сестра с мужем сделали, очень много знакомых, все прекрасно, все нормально. Зря боятся, пусть идут, смело и делают. Мы не имеем, что у нас заражение будет от ковида. И будет все хорошо. Только за один день в поликлинике Тольятти успевают привить 4300 человек. В первую очередь вакцинируют людей с хроническими заболеваниями, пожилых и лиц старше 60 лет. Лишь у небольшого числа людей в первые дни после прививки незначительно повышается температура. В большинстве случаев процедуры не вызывает осложнений. Кампания против коронавирусной инфекции идет активно. То есть население откликается на вакцинацию. Мы их приглашаем по телефону. Можно записаться через госуслуги. Записаться на прививку можно через сайт госуслуг. Для этого достаточно иметь упрощенную запись на портале, а также по номеру 122, либо позвонив в районную поликлинику. Вакцинацию проводят добровольно и бесплатно. Ольга Павлова, События.